Собака у собака. Жарко. Жарко ей. В Сочи парк едем мы. Местные пески. Куда ты хочешь? Туда. Вот туда ты хочешь? Да. Мать моя женщина, я боюсь. Я туда точно не пойду. Нет, я не пойду. Пойдет. Все цветет. Я вот каждый день удивляюсь наличию разнообразных растений в Сочи. Вот почему-то мне кажется, в Анапе вот я была, в Лазаревском столько не было. Ну тут же прямо это что-то вообще великолепие какое-то. Мы вообще приехали на поющие фонтаны. Ну, на поющие фонтаны. Чтобы понять, где они будут. Раз мы... фонтаны только через 3 часа. Мы раз, получается, вышли вообще на другой остановке, нам надо хотя бы определиться и понять, где мы находимся. Там, где мы выходили на конечное всегда, там уже было более понятно, где вход, куда зайти, где выйти. А тут... Ну, он сказал, туда и там вход. Туда и туда идите, вход. Туда и вход. Понятно. Там вход. Пойдем туда, туда, не знаю куда. Сделать. И первое будем... Нет, Саша, он меня активно уговаривает на вот эту хрень, извините меня, покататься. Я не хочу. Нет, я должна заплатить деньги за то, чтобы, значит, там, извините меня, почки оставить потерять. Не почки, а все свои внутренние органы выплюнуть после того, как я выйду. Нет, давай-ка ты сам один, сам с собой, окей? Мне не пустят туда. Почему не пустят? Ты роста моего, веса ты больше моего. Так что впустят. Отель «Богатырь». Крут, крут. Ну что тут скажешь? Шикарен. Я сначала подумал, что это мяч сплющился так. Мяч сплющился? Под ним. Да. А, да, мы все по телефону. Что ты пьешь? Либо. Маленькая, маленькая датская деревенька, так скажем, да? Тут спрыгнуть не успокоится, что. Сейчас я... Артему вот такое полотенце взяли. Он будет пищать от восторга. Чипсина картофельная. Острая? Нет, не желаем. Нет, купальник не брала с собой. Смотри, фонари, наверное, ночью красиво смотрятся вообще, когда темно. Фигуры интересные, литые. Ой, иду и запинаюсь об них же. Не знаю, почему-то очень сильно хочется разуться и босиком пройти по вот этой травке, по зеленой. Солнышко так быстро садится. Интересно, я одна такая? Да. Со странными желаниями или нет? Да. Ну чё, как? Класс, вообще класс. Я как будто травы свежие не видела и ногами по ней не ходила. Лишь бы мне сейчас кто-нибудь по башне не настучал за то, что я хожу по газонам. Тут женщина до нас тоже по газонам походила. У меня ноги покраснели, сгорели. Как лежала, так и сгорели. В общем, мы долго-долго спорили. Я хотела вот на этом кататься, а он вот на этом. Но учитывая то, как я улетела с электросамоката в Башкирии, ребенок мне сказал: мама, у тебя вариант улететь вот с этого 100%. Поэтому давай, мама, на трехколесном. Я говорю, ну давай на трехколесном. Кое-как уговорилась. Как раз для меня кепка.
куда поехал-то? Ребенок меня бросил. Все, я осталась одна посреди Сочи парка. Юный мотоциклист. Моська красная, загорелая. Ну что, все? Поехали дальше? Догоняй. Ну конечно. Солнце светит. Блин, я боюсь, Альберт. Я сама за рулем. Я рукой рулю. Я сама за рулем не боюсь. А как только садится кто-то другой, Альберт, у меня нога непроизвольно на тормоз сама встает. Блин, я даже заикаюсь, когда кто-то за рулем другой. Я вертолет. Парень, блин. Я вертолет. Я боюсь, Альберт. Ой. Сочи – самое теплое место на Земле. Следуй за своей мечтой в Сочи. Из магазинчика вышли, темнеет и стало еще красивее. Включают все фонари, огни. А там лимонад тут был. Да какой тебе лимонад, ты замерз. Он лимонад просит у меня. Это холодный же он. Холодный он будет. Почему? Сказать, что я довольна, ничего не сказать. Я счастлива. Отдыхать все-таки круто. Вообще. Но прежде чем вот так отдыхать, нужно очень хорошо поработать. Попахать. Да, попахать целый год на двух работах, блин. Мы решили согреться. У Альберта капучино, у меня глинтвейн взрослый. Вот в этой машинке купили. Ой, ребенок орет, накатался, замерзла, наверное. Хотели хот-доги еще купить, но он говорит, не готовы. Маленькая такая машинка, мужчина хороший. Прям видно, что добрый. Быстро, да, делает все. Так что греемся. И ждем фонтан. Наслушались музыки, решили, что возможно приедем сюда еще раз в воскресенье, когда будет современная музыка. Вот. Все понравилось, я замоталась полотенцем, замерзла. 23 градуса на улице, но я замерзла. Альберт вообще идет, у него зуб не попадает, тоже замерз. Ты мозг греешь или что ты делаешь? Ты в принципе греешься? Туда. Туда нет, я туда не пойду. Я тебе уже 40 раз сегодня сказала, что я туда не пойду. Нет, не пойду. Ты не будешь видеть, как падаешь. Ну как-то это обнадеживающе так. Если будешь падать, то будет это.